Новости из пальца – это обзор самых нелепых, глупых, странных, безалаберных новостей Украины. Новостей, от которых складывается ощущение, что ты попал в голову выпускника ПТУ из Череповца. В центре Одессы спасатели приземляли кошку. А ведь в 60-х годах прошлого века писатели-фантасты были уверены, что мы, их потомки, будем прилунять кошек, а не приземлять. Не оправдали надежд. В центре Мариуполя началась большая зачистка. Фотофакт. Мобильные бригады Зеленстроя очищают центр города от сухостоя. Чувствуете, рэпчиком запахло. Три тополя уже стали 200-ми. Несемся дальше. У ямах на волинських дорогах бобри вже облаштовують нори. Депутат Волиньради це заявив. Почему все так любят куда-то засунуть какое-нибудь странное животное? Вот. С чем это связано? Наверное, потому что все мы родом из детства. Несем любовь к братьям нашим меньшим сквозь всю нашу жизнь. У кого-то, конечно, больше возможностей для реализации этой любви, как у журналистов, например, которые могут раз и в новости о коммунальном коллапсе в многоэтажке засунуть попугая кокоду. У кого-то таких возможностей меньше, и бредут эти несчастные кондукторы трамваев по жизни одиноко. Ни тебе тюленя, ни тебе слона. Оплачиваем проезд. За 50 мільйонів євро і 5-6 років Бердичів матиме якісну воду. Обратите внимание на точность нужной суммы и неточность сроков. Так звучит коррупция. Точность цифр, неточность сроков и кумподрядчик. Москва вмешивается в переименование улиц в Запорожье. Сегодня на повестке дня у нас два вопроса. Сирия и переименование улицы Красногвардейской в Запорожье. Начнем с Запорожья. Видимо, так журналист представляет себе рабочий день того, чье имя нельзя называть, поскольку в этой комнате дети. Да, Борька? Как Путина зовут? Завтра киевські лікарі обстежать тернопільські серця. Чуєте этого аромат очередного ток-шоу на СТБ? Алла Волкова і Борис Крюк едут в Тернополь. Мер Херсона не только обманщик, но и лжец? Знак вопроса. Я даже больше скажу. Мер Херсона не только мэр Херсона, он еще и городской голова Херсона. Открываем новую рубрику «Новости с привкусом Иммануила Канта». Мелиорация упрется в стену наших иллюзий. Уже уперлась. Только что. Наши выспренные фантазии не выдержат столкновения с брутальной реальностью орошения полей и покроются рваными, зазубренными трещинами оки земля, которую крестьянин забыл оросить спасительной влагой. Вот о чем хотел сказать нам автор этой новости. Мелиорация и иллюзия несовместимы. Одесситам больше нечего бояться. А до этого переживали, приземлится ли кошка. Приземлилась. Это были новости из пальца, самые воу-воу, сходи в отпуск, журналист. Бабье лето проведи с семьей, хватит вот этого. Оставь в покое аудиторию. Хотя бы на неделю. Сделай так, чтобы новости из пальца закончились.